Каждый партийный проект направлен на конкретный результат и обязателен к исполнению в каждом местном отделении. На протяжении последних 5 лет сочинские единороссы успешно работают над реализацией 26 федеральных партийных проектов. 12 из них воплощаются в жизнь только в последнее время. В основном они касаются инфраструктурных и социальных преобразований. В их рамках ведется строительство детских садов, спортивных площадок, проводится фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Хрустальный петушок» и многочисленные патриотические акции, в том числе и для зарубежных соотечественников. Наши соотечественники должны иметь возможность беспрепятственного осуществления своего права на поддержание связи с исторической родиной. Проект способствует не только воспитанию патриотизма, но и позволяет им наладить прямые неформальные контакты со своими российскими сверстниками. Проект «Крепкая семья» призван привлечь общественность к решению проблем семей, в том числе и многодетных. За время реализации данной программы 99 сочинских семей получили земельные участки. В рамках проекта «Здоровое будущее» всем жителям города оказывают качественную и доступную медицинскую помощь. За этот год диспансеризацию прошли более 25 тысяч человек. Проведено 19 профилактических мероприятий. В этом году путевку в жизнь получили еще 14 проектов партии «Единая Россия». Они направлены на улучшение дорог и городской среды, появление новых скверов и парков, развитие экологического образования, а также работу местных театров и домов культуры. И здесь в Сочи есть чем гордиться. В рамках первого этапа капитально отремонтированы 124 улицы, еще 51 сможет похвастаться новым дорожным полотном к Новому году. Общая протяженность более 44 километров. На Макаренко, у Дендрария и рядом с Зимним театром разбиты новые скверы. После долгого простоя капитальная реконструкция прошла в Доме культуры в микрорайоне КСМ. Активно реализуются и 3 региональных партийных проекта. Программа «Открытый юг» сочинские единороссы гордятся особенно, ведь вскоре ее примут на вооружение все регионы нашей страны. Целью проекта является содействие в организации отдыха и оздоровления жителей регионов Российской Федерации. В период межсезонья на предприятиях санаторно-курортного комплекса Краснодарского края на льготных условиях. Большинство партийных проектов основывается на наказах и обращениях граждан, поступающих к депутатам Госдумы, ЗСК, а также городского собрания Сочи. Следующая партийная конференция, только уже на краевом уровне, состоится 7 декабря. В Сочи будут представлять 16 делегатов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.